Хотелось бы рассказать о кубиках таких замечательных, мякиши. Причем это кубики большие. В последнее время очень стало популярно, потому что маленькие кубики, как бы, малыши совсем маленькие могут с ними поиграть, но, в принципе, потом надоедает. А прелесть этих кубиков, они где-то примерно 15 сантиметров по высоте, то есть такие достаточно большие, то есть, ну, видно, да? То есть они, во-первых, яркие, с ними удобно играть, хорошо рассматривать, то есть здесь такие картинки достаточно понятные, в отличие от некоторых других кубиков, то есть и чашка, и зайка, то есть такие все понятные картинки малышу, основные цвета, причем, что они не все разноцветные, а конкретно для малышей очень хорошо, что здесь желтый, зеленый, то есть такое сочетание, красный, то есть именно основные цвета, нет такой сильной пестрости, такие, как в некоторых кубиках, есть такие очень, они сильно разноцветные. И именно размер хорошо, что малыш, когда чуть-чуть подрастет, очень малышам нравится собирать из них пирамидку. То есть тоже хорошо, например, два кубика снизу и потом кверху выстраивать пирамидку или просто один на один ставить. И в принципе хорошо, малышу нравятся они большие, его даже некоторые малыши очень любят кидать, потому что они такие достаточно мягкие, им нравится сам процесс. Такие замечательные кубики получаются с картинками, именно большие. Обратите внимание, что это кубики именно большие. Они, в принципе, идут с буквами, с рисунками такими разноцветными. Очень замечательная, увлекательная и, главное, полезная вещь.